окруженные добротой и вниманием, которых некоторым так не хватает в семьях. И какой же лагерь без прощального костра? Завтра в Москве и Подмосковье возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью плюс 10-15, днем от 20 до 25 градусов тепла. В Москве ночью 12-14, днем 22-24 градуса выше нуля. Читайте в июльском номере журнала «Русский дом». «Тайна бродячих акробатов», «На кладбище жертв оккультизма», «Черные вороны моста». «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию.